поехали открывать жидкую воду. Припозднились, 7 мая сегодня. Едем в Томскую область, Колпашево. Все, приехали. Приехали. Все, загрузились. Вот Сергей. Закат поймали вообще прям. Солнце нас осветило, нашу рыбалку. Прям на въезде. Все, у рыбы нет шансов. Вообще нет. Вообще нет. Вообще нет. Проснулись, собираемся потихо, завтракаем. Выспались, не торопились. Сейчас надо монтировать эхолот на лодку, тестировать. Нас ждут великие дела. Тестим новый эхолот Helix 12. Не знаю, как будет картинка выглядеть в камеру. Но четкость, конечно, поражает. Вообще все видно. Пытаемся найти рыбу. Перспективных мест не увидели. Ходим, бродим. Плыли протоку. Вроде нашли какую-то рыбу. Сейчас попробуем. Первый заброс 2021 года. Не, наоборот, раком же задом ходит. Глубина 4,5 метра, вода наимутнейшая. Че, как 14 грамм? Нормально, можно и 16. Ну что, Господи, благослови нашу рыбалку 2021 года. Сборы у нас, конечно, были в суматохе. Да не было никакой суматохи. Ага, позабывали все, чем, все что там можно было. Подсак забыли, чайник забыли. Все нормально. Приехали на обед. Ничего не поймали, даже поклевочки не видели. Домики.
осени здесь спуск метров 5, резкий такой, потом вода. Сейчас вон сколько воды пришло. Такой прекрасный закат. Как следует поспали, выехали, сменили точек 10 на реке и в протоках. Так что-то похожее на поклевки было. Кто ничего не поймал. Холод, рыбу плохо видно. Скорее всего, вся на мели стоит. Мель не простреливается. Вот. И сломал спиннинг я еще. Кончик сломился. Груз лежал в воде, на мотор намотало. И все, и спиннинг сломался. Еще у нас вечерний выход. Надеемся, что что-нибудь поймаем. Вторая половина дня. Все обкидали. Рыба по-прежнему не клюет. Впереди решат. Один. Юнга решата. Осыпается. Слава рыбачит. Ждем, короче, вечернего выхода. Прошлись, посмотрели. Ну, рыбка вроде маленько стоит. Не так сильно прижата ко дну. Подбираем приманочки. Короче, камера была выключена. Вот у нас первая поклевка. Подсака нет. Вроде что-то крупненькое. А, ну да, налим. Такой не. Налим. Такой неплохой налимчик. Дай перчатку, пожалуйста. У тебя свои есть? Не, нет. Вот эти для якоря. Ну давай, как там тряпочно, да? Вон там, вон она лежит. Ну такой нехилый, я думаю, трёшечный даже, наверное. Может даже больше, да? Да, вообще мощный налим. Ну что поделаешь? Налимчик попался. Разверни боком, может. Да? Все, чаливаем. Погодка, ништяк. Нужно еще неделю целоваться, Сергей. Пока с нами. Славян.
загрузились, едем до дома. Короче, поймали только одного налима. 4650 получился налим. Вот. Ну, пробный выезд, что. Хорошо отдохнули, выспались. Вообще не уставшие. Едем. Товарищи наши вчера еще уехали. В ночь поехали. Безумие, конечно. Рабы. Бетонного замка. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно. Вот, чтобы видеть новые наши путешествия. Все, всем ни хвоста, ни чешуи.